провести, что сейчас не было два. Не надо. Делайте заработку. На байк скончал. Слаживайся, да? Снимай вверх себя. Сейчас, конечно. А мы с Богнаком, мы любим смотреть теперь, чтобы не ну что, сейчас, короче, будет первый пирсинг у меня. Сейчас будем мясо делать. Пирсинг будет в таком интимном месте. Привет. Сейчас. Все нормально, да? Иди, Саша. Поснимай на камеру, хорошо? Иди, иди, на, держи. Держи, держи. Иди сюда. Иди сюда. Меня снимай на камеру. Знаешь, что? Что-то долго не пойдем. Ладно, давай. Пойдем. Пойдем. А мама, покажи, мало сюда? 8. Мало. Спрашивают, что ты так долго не выходил. Да, садись. Ну, раздевайся. А, дядя. Дай мне что-нибудь, чтобы кровь выложить. Поближе. Да тебя и так прекрасно видно. А ты не поближе, тебя... Да я тебя боюсь. Спрашивают, на жапе перц будешь? Нет. Да, сейчас кровью будет, да? Я сейчас буду весь крови, просто весь. Я специально еще так возмах, так еще и полицей, чтобы было очень для эффекта. Девочки спрашивают тебя, что происходит. По-моему, это мальчик, Александр. Александр? А. Ну, ты читаешь, напишешь, что интересно. А ты заплатишь за это? А? А ты заплатишь за это? Конечно. Это часы бескрайней любовь. Спасибо. Ой, что там? Что там, не готов? Да, почти. А ты? Я не готов, нахрен, это сегодня, это было так спонтанно, я вообще ехал в другое место, звоню ему, говорю, ну что там, где сережки? Говорит, ну здесь все закрыто, один магазин остался, заедь, возьми. Побыстрее, ну все. Фея 88 говорит тебе не нервничать. Не нервничать? Роман Виноградов, Жека, что делаешь? Фея 88, расслабься. Феечка, да, моя подружка хорошая. Аня. Ну у нее много тоже пирсинга. Всякой хуйни. Вся такая забитая девчонка пея. Ну что, сейчас приготовление. Я думаю, сейчас мясо. Зря ты так думаешь. Блядь, я реально нервничаю. Мне прям реально хреновенько. А перед татухами ты не нервничал? Нет. Это шмат хули. А фея тебе советует не ставить кольцо. Я кольцо не буду ставить. Вот такая вот. Покажи, что это. Покажи вот такую штучку. Готов? Блядь, нет, я не готов. Ладно. Я вообще не готов к этой хуйне. Я у тебя, кстати, в прошлый раз не оставила свою сережку. Нет? Ну, такое же. Ну, ладно. Давайте, норма. Хуярьте. А есть это? Тебе говорят, что ты еблан. Еблан? А вы в точку, ебать. Я уже, а я не... А, блядь! Ой,
Ты что, проколол уже? Это будет более... Какой издик? А я не знаю. Давай? Давай левую. Почему левую? Потому что мужчины подают левую сторону. А? Мужчины всегда подают левую сторону. Девушки правы. Девушки левые. Потом правы. А мужчины... Какую? Ну, короче, тебе пророчат, что у тебя будет все хуево заживать. Почему? Прогнозировать будет себе, нахуй, да? Заебись, вы, блядь, заживай. Лучше заживать. Давай. Сами какую? Левую все-таки? Да, левую. Давай на чики-брики. С кем? С кем чики-брики левую? Сюда. Ну давай, чё, хренач. Блин, а вам нафигачится просто щи, вот как и вчера был. Ту-ту-ту. Для тех, кто только что подключился, вот этот вот парниша будет сейчас себе покалывать сосок. А, сосок! Сосок! Господи, нет! Пожалуйста, зачем я на это подписался? Вчера просто сидели, выпиваем. Она что-нибудь пробила, да? Я такой, сосок. И все. Ну хоть не член. Ну это мы потом. Это мы потом. Просто его сломали. Все потом. Все сделали. Погнали. Бля, ногами не лёжу. Блядь, норм. Убери лучше, я серьезно могу. Блядь. Давай не дергай, что я сам не в состоянии с тобой тут соперничать, хорошо? Я сам хочу пойти спать. Иди подержи, подержи меня. Нет. За руку. Дай мне руку. Я держу телефон. Дай мне руку, пожалуйста. Не страшно. Ты справишься. Ты... Сука. Он просто взялся за сиську. Я уже... Ладно, ладно, иди сюда, ты подруга, я тебе немножко подбежу, с точки встану, так будет легче. Ну, иди. Я думаю, не от этого зависит. Ух ты, блядь. Смотри, блядь. Зачем? Зачем ты, смотри? Блядь, стой, подожди. Она не чистая какая-то. Чистая, она вонь была. Это бумага? Мне не нравится, что это бумага. Это ватка, блядь, убери ее. Не ватка, супер. Убери, ну должно быть все стерильно. Сейчас будем спидом заражать, блядь. Блядь, спидозный, пошел отсюда. Не шути так, не шути так, я вообще боюсь этой хуйни. Блядь, все равно там ватка, кусочек ватки. Все уже. Ты их обрабатывал? Да, конечно. Ну, а почему ватки надо вытирать? Они у меня в этом не были. Всегда проверяйте вот любой татуировщиков, там пробивают их, вот пробивателей. Давай, ладно, ну, все, готов. Все. Тебе советуют выпить водки. Нельзя крепкие напитки пить вообще-то. Свертывая с кровью, там не кровь. Ааа, факер! Так, типа. Блядь, ты лучше удохни. О, блядь, маленькие соски мы! Блядь, вот так вот не стоит, я могу по яйцам заехать. Блядь, у меня соски маленькие. Это классно, что маленькие соски. А ты еще спрашивал, почему у меня все тело напрягалось, когда мне микродермал ставили. Судья. Не дергайся. У меня такой маленький пальчик. Не дергайся. Нет. Стой, подожди, ты что, хоть пробей уже? Ты что? Я думал, что не дергается, пока я запи... Нахуй ты иголку взял. Давай, мы начинаем. Пробивай. Давай, Сережку оставляй. Давай, не бойся. Да нет, нахуй, не все. Давай, да давай. Да нет, нет, все, нахуй, какая нахуй Сережка, чё ты? Тебе сейчас слабо, что ли? Блядь, да ну... Да блядь, она слабо вся, Лёша. Всё, у меня всё лицо. А? У меня всё лицо. Блядь, ну... Давай. Сука. Есть секундочку. Давай туда ей пробиваем. Не-не-не. Сколько там человек смотрит? 14. Блядь, мало. Серьезно, ты будешь ждать, пока больше нужно? Нет, я не буду ждать. Я пробью, все. Готов. Готов? Хуя.
Ему крутят соски, потому что он их собрался пробить. Блять, у меня болит, у меня стой, сердце кого? Это не к добру, вообще нихуя. Разговаривай, нет. Давай, у меня уже само соски заболели. Блять, у меня сердце заболело. Блять, давай не сегодня, наверное. Давай сегодня. Давай подумаем, короче. И как-нибудь, ну, в другой день. Не будешь дергаться. Подожди, стой, нельзя дергаться. Давай не дергай. Все. Почему это? Стоп, подожди. Иголка в этой рука? Блять, у меня уже мышцы все болят, серьезно. Иди ближе снимай, иди поближе, чтобы... Не дергайся, ладно. Нет, прям чтобы было видно, чтобы было видно. Будет видно. Вы на Wi-Fi или? Да. Пишут, что глючит цепь. Не трогай телефон руками. Да на Wi-Fi. Хусь, заходи. Давай, снимай прям на сосок, чтобы было видно. Чтобы кровище так хлыстнуло. Видно твой сосок, господи. Блядь. Все? Блядь. Закрой двери, пожалуйста. Закрой двери. Это я. Ты когда орал? Нет. Блядь, я сейчас перну. Стой, я не знаю, что говорить. Да подожди. Ничего не говори, просто заткнись. Поцелуй меня. Ты что, не понял? Все, успокойся. Да я бы уже давно бы пробил, пока я отвлекаюсь вообще. Так да ты же дергаешься. Блядь, стой. Сядься, спокойно. Стоп. Все, я сижу. Я реально спокоен. Очко сокоел, наверное. Тут люди переживают за свои собственные соски, ты их так пугаешь. Да. Блядь, ты ж мужик, блядь. Блядь, это так очково. Честно, я не думал, что серьезно? Это настолько очково что-то пробивать. Это первое вообще. Зачем ты мне об этом говоришь? Я не знаю. Я... Она уже вживила себе микродермалы еще кое-что. Пробивать. Мы пробиваем? Нет, закрыл свой рот, сука, сидишь. Все? Да. Согласен. Все. Да, он пробивает соски. Сиди, сука, не руки нахуй, убери, блядь. Может его вырубить? Подожди, убери, вот это лишнее. Убери это нахуй. Блядь, а как ты пробиваешь? Стой, подожди, а ты пробиваешь так или вот, ну? Да. Стой, блядь, ебать, мне страшно. Тихо. Нормально. Раз. Кайфово, да? Я не хочу туда смотреть! Блядь! Типа не двигайся. Да. Ну, сука. Блядь! Я так не смотрю, но это пиздец как больно. Чувак, я не вижу. Я тебе говорю, что за спит это не вижу. Пиздец. Я закручиваю. Серёжка стоит. Все, Серёжка стоит, сейчас я закручиваю. Идёшь, да. Я не хочу. Ты ж не собираешься потерять сознание? Нет. Женя, держись, я ха-ха-ха. Ебать ты стекло. Женя, не надо, Жень. Не дёргайся. Что он делает? Скажи, что он делает? Закручивает. Чего? Почему я? Да, не надо. Второй раз. Все. Масло нахуй тебе надо. Ребят, я даже не хочу смотреть туда, если честно. Я... Это пиздец. Не плачь. Я не знаю. Да, все прошло уже. Он не проспорил, он по пьяни решил. Ира, давай покажем. Янка, делай свое. Открывай. Сука! Ай, блядь, сосок! Чек, сосочек! Ладно, нет, все на самом деле. Все хорошо. Все, ребят, все я сделал, короче. Сосок пробитый.
Блять, это пиз... это же... Что я сзади себе сделал? Это не что-то придумали. Блин. Ладно, что, будем следующую бить. А, да я шучу, я сейчас еще не могу отойти от этого. А, ребят, ну, вот так вот, короче, пробиваются сосочки. А теперь, короче, мы что-то будем другое делать. Блядь, дай мне другую ватку, пожалуйста, у меня это в крови вся. А, не вся в крови, у тебя есть еще другая сторона. Ой, блин, куда ее выкинуть? Открой, открой, бат. Блядь, короче, вчера решил пробить... Не попал, ну потом заберу. Вчера решил пробить сосок. А, я не знал, ебать, он долго колет. А все. Да не больно же. Да нет, не больно на самом деле. Ты не так орал, ты плакал. Я не плакал. Нахуя? Да я не знаю, вчера что-то подумал, а почему бы и не пробить. Блин, мне на самом деле на лице самое больное это септум. Септум прокалывает? Что такое септум? Септум нос. Септум нос? А, остальное хуйня. Кровяки, пиздец. Кровяки, я серьезно, это... Ну ничего, теперь у меня, короче, апгрейд. Теперь у меня пробитый сосок. А, кровь. Мне кажется, Сережка там... Нет, я не буду ее трогать. Блядь, она пробил, реально пробил, ты мне реально пробил ее! Ты мне... Норман! Покажи свое лицо! Покажи лицо! Честный дом 2 пробивает. А, красавчик, молодец. Город любви, да? Давай сделаем что-то. И мы счастливы. А сейчас будем ей пробивать соски. Да, преувеличиваю, пиздец. Да не преувеличиваю, Анька, реально, ну, реально, ну, неприятно так-то. В твое тело входит иголка. Не часто в мое тело входит иголка. Вчера проявление было, но не почувствовал, ну ладно. Ну и нахера тебе надо? Да хотел я себе сделать, хотел. Вчера хотел. Хотел, вчера хотел безумно пробить. Поехал, сегодня купил сережку. Вчера не пробил, только проникновение. Ох, ну все. Всем спасибо. Вот такая вот жизнь, короче. Давайте. Ей мало. Всем мало.